Вот эти, они на молнии, и они такие тепленькие, толстые, разных цветов, да, тоже. Вот джинсы тоже, 89-90 шекелей, это, ну, это $30, о, ну, это вообще плотные синие, такие, толщина хорошая. Тут разное, все есть. Ну, Виталик дает. Вот такие разные кофточки. Вот тут все, что хочешь, можно. Идеально. Я на них тоже смотрела. А ну покажи, сколько они там стоят. Ауч! Вот эти ушки, они, не знаю, на Северный полюс, наверное, их. Потому что в Хайфе вообще тут не холодно. И Новый год тут в тепле при плюсовой температуре проходит 16 шекелей. Это на самом деле очень такая ерундовая цена, потому что в магазине такие ушки будут стоить где-то шекелей 100. Если пойти в Гранд Каньон или Каньон Азриэль Хайфа, то такие ушки будут не меньше 100 шекелей стоить. Так что, не меньше 100 шекелей. Мне не нужно. Вот тоже на тебя. Ой. Ну, у кого какие вкусы, кому-то нравится. Сколько такая стоит? Нету цены. А, вот. 80 шекелей. 80 шекелей. То есть для Израиля вот такая вещь, это не цена. Да? Да. Ну, конечно, когда тут сколько там? Больше 10 тысяч шекелей, конечно, тут зарплаты, то для этого. Поэтому буржуи у всех. Только покупают. А? Уж буржуи только покупают. У нас в Пастове не покупают. В нашем городе не покупают. Ну вот такие вот цены. Вот это что? 15,90 это... А, вот я смотрела такое на байке. Да. Это что? Ультрамодная шапка. Она теоретически еще не видела. Это а ну как? А покажи, как ее. В этом. В армии обороны Израиля такие, а это типа такая ультрамодная. Вот так вот она можно заходит. Так шапку, как шапку. В принципе, очень удобно. И на байке, и теплая сина. Вот, так что ее так вот можно... Вот. Все, кто очень ультрамодный, могут покупать себе. А вот это мы джинсы отложили, которые мы будем сейчас мерить, да? Разные. Значит, как купа. Ой, какие тапочки мягенькие. Ну, вот такие у нас цены. Ой, шарфики какие. Что? Сколько они? Что это? Где цены? Вот, 12 шекелей, $4. Вот этот шарф $4. 12 шекелей, это вообще копейки. Смотреть на их не зарплаты в Израиле, то это копейки считается. Вот разные. Резиновые. Мокасины всякие. О, сумки. Вижу. Так, это сумки такие. Нет. Ну вот, например, такая. Для молодежи, наверное. Сколько она там цена? Нету цены на этой. Вот эта сумка стоит вместе с этой штучкой. Сколько? Ой, мамочки. Вот есть цена. 65,90. Чуть больше, чем $20. Нормально. Но это же все бренды, которые вышли с моды. Это все равно брендовые вещи, которые просто сейчас уже не в моде. И в том магазине они не успели продаться. Поэтому их всех сюда свозили. А люди умные. Не бегают за... Вот. Завезли новые вещи, в тот магазин сразу побежали покупать за 300 шекелей. Зачем, если здесь можно купить за 50? Эту же самую, но только через какое-то определенное время. Ну вот, такой классный магазин, который называется «Хангар». Вот. Все. Пошла я мерить. Всем пока-пока. Вероника. Пока-пока.